Хитро улыбается Дед Мороз. Что он приготовил нам? Вот вопрос. Загадай желание, сладко спи, и получишь новенький PSP. Новый год, Новый год, ёлка, шарики, хлопушки. Новый год, Новый год, дискотека, серпантин. Новый год, Новый год, всем подарки под подушки. Отпускать Новый год никуда мы не хотим. Давным-давно люди придумали восточный календарь, в котором каждый Новый год отдан определенному животному. Здравствуй, 2017 огненного петуха! Дорогой Топерсаль поздравляет всех с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть будет он шумным и ярким, в красочном оперении и дружным. И пусть Дед Мороз и Снегурочка расскажут нам сказку про птичий двор. Кукрикул! Обезьяна.
курица, жена нашего петуха, пытается ее успокоить. И начались будни птичьего двора. Куры, цыплята, да петух. Behind the curtain, in the pantomime, hold the line.
Встретились они на поле боя. Понеслось кудаканье, зазвучало звонкое. Кукареку! Полетели перья! Снова на помощь приходит Дед Мороз. «Чего раскричали?» – говорит он. «А ну-ка, утихомирьтесь! Пусть у каждого петуха будет по любимой курице, а год они постараются сделать счастливым!»
И пляски, Новый год и не праздник. Сходитесь все в танце, зовет петух. Go!
босиком. А мне постучался косматый геолог, и, глядя на карту на белой стене, он усмехнулся мне. Он сказал, как плачет беда без мужика. Она одинока, нету на почте у них мужика. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Смотрят вниз, и в небе сказочной тайги падают они. Черные сказки белой земли, на ночь поедут нам большие деревья. Черные сказки про розовый снег. Даже во сне ночью по лесу идет сатана и собирает свежие души. Новую кровь получила зима, и тебя она получит, и тебя она получит. Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз, и в дебри сказочной тайги падают они. Внимание! Дорогие сограждане, сейчас о том, что касается каждого. Действующие лица и исполнители. Дед Мороз, Медяников Алексей и Швыдкий Григорий. Снегурочка, Скорикова Альбина. Петух главный, Темченко Никита. Обезьяна, она же курица, Дубовик Екатерина. Куры красивые. Мордовина Ольга и Загуляева Наталья. Петухи бойцовские. Медяников Алексей и Юрченко Никита. Цыплята. Михеенко Елизавета, Бердник Ульяна, Игонина Ангелина, Федченко Анна, Пономаренко Стефания, Дудко Виктория. Зверушки – обитатели птичьего двора. Остапчук – Екатерина, Комарова – Екатерина, Серова – Анастасия, Темченко – Елена. Помощь в подготовке и проведении представления. Даниленко – Игорь, Скорикова – Альбина, Фроловцева – Светлана, Лопухина – Ольга. Монтаж музыки. Горбенко – Виктор. Видео, монтаж. Технический вдохновитель Темченко Александр. Режиссер-постановщик и все главное в этом представлении – Кунева Лариса! С первого и по тринадцатое с песнями, шутками, танцами так и сплотится вся нация. С первого и по тринадцатое с первого. Счастья, радости, добра мы желаем навсегда. Конный клуб «Татерсаль» поздравляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Ура, товарищи! Все, я пропущу.